Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И сегодня что-то рано встал, там 5 с чем-то было утра, не спится мне. Решил поставить камеру и записать для вас небольшое обучающее видео. И покажу сейчас вам несколько упражнений для комплексного развития мышц пальцев левой руки. Так случилось, что мы одновременно сейчас с несколькими учениками разбираем прием легато. Легато — это когда на нотной записи две соседние ноточки, или не только соседние, объединяются лигой, вот таким вот значком, дугой, или сверху обозначаются над нотами, или снизу. И практически, если говорить, то еще называют этот прием hammer on, когда вы исполняете вначале одну ноту, а вторую ноту не щипаете пальцами правой руки, а просто доигрываете ее соседним пальцем на левой руке. И давайте теперь, если говорить о комплексном развитии мышцы левой руки, я покажу вам несколько упражнений. Значит, мы с вами начнем с первых двух пальцев, указательного и среднего. Здесь вы будете щипать всего лишь одним пальцем, вот указательным с указательным одновременно, а потом вторым пальцем по второму ладу здесь дожимаете. То есть вы первый сыграли, второй дожали, то же самое по второй струне, по третьей, по четвертой, по пятой и по шестой. И у вас должен получиться такой прием. То есть вы понимаете смысл. Первую играете ноточку, вторую дожимаете. И старайтесь зажать таким образом, даже дожать или вот ударить, чтобы был такой явный звук. Чтобы получился этот звук, старайтесь бить как можно ближе к ладовому порожку и не так вот просто прижимать, а действительно, чтобы это был такого своего рода удар. И еще рекомендую, старайтесь играть каждую ноточку одинаковой по длительности. То есть, чтобы у вас не было так... А вот ровненько. Раз, и два, и три, и четыре. Сыграли с первой по шестой струны, а потом играете обратно. Вот. Поиграли первым, вторым пальцем, размяли вот эти мышцы. Потом можете переходить и позаниматься вторым и третьим пальцами. И обратно. Вот. Позанимали вторым, третьим, потом играете третьим, четвертым пальцами. Здесь очень важно, чтобы тоже мизинцем дожимать струну таким образом, чтобы был слышен вот этот звук легато. То есть, чтобы вторая ноточка тоже была слышна. Позанимались безымянным мизинцем, уже слышите, да, что у вас, ну, звук начинает появляться хорошим. Потом переходите к следующему варианту этого упражнения. Играете уже первым, третьим пальцем. То есть, вот этот вот вариант разрабатываете. Поиграли с первой по шестую, потом спускаетесь с шестой к первой. Потом переходите и играете вторым, четвертым. И потом обратно вторым, четвертым, только с шестой стороны к первой. И, наконец, у нас остался последний вариант, когда вы играете указательным и безымянным по первому и четвертому ладу. И обратно. И можете вот таким вот образом... И потом обратно, прям несколько раз вот гонять каждым из пальцев. И смотрите, что у вас получается развивается. Когда вы играете первым и вторым пальцами, у вас развиваются вот эти мышцы. Вторым, третьим уже другой комплекс мышц, да? Третьим, четвертым уже у вас, соответственно, безымянный и мизинчик пальца разрабатываются. Потом вы чередуете указательный с безымянным, средний с мизинцем и указательный с мизинцем, вот здесь на растяжечку. После того, как вы поиграли это упражнение по первым четырем ладам, вы можете полностью этот комплекс упражнений сдвинуть на одну позицию вверх. Поиграли здесь, первым, вторым, вторым, третьим, третьим, четвертым, первым, третьим, вторым, четвертым, первым, четвертым, двигаете это еще выше на один лад, еще выше. И вот таким вот образом можете до пятого, до шестого, до седьмого лада, сколько вам угодно, поиграть. И, соответственно, здесь у нас уже получается, что расстояние между ладовыми порожками поменьше, и несколько другая позиция будет для пальцев левой руки. Это все, что я хотел сегодня порекомендовать вам поиграть, позанимайтесь. Я думаю, что после того, как вы пройдете этот комплекс упражнений, вы почувствуете, что... мышцы у вас на левой руке более размятые, и рука более гибкой, цепкой становится, и удары становятся более явными, заметными. Вот таким вот образом занимайтесь. Если это видео показалось вам полезным, обязательно ставьте лайк. Если еще не подписаны на мой канал, подписывайтесь. До встречи в следующем видео. Пока.